вместо пролога. Наверное, ни один конкурс, ни один блогер не заставит меня быть самодисциплинированным. Сейчас в Украине практически 10 часов вечера. В Калифорнии это полдень, 12 дня. 12 часов до дедлайна. Я завершу свое видео, когда в Украине будет монтаж видео, когда в Украине будет за полночь. Надеюсь, что оно успеет в Калифорнию до оговоренного Михаилом срока. Вот такое, меня не изменить. Добрый день, зрители канала «Голос Силиконовой долины», канала Михаила Портнова. Приветствую вас из маленького украинского города, город Ахтырка в Сумской области. Город церквей, город исторических событий, город знаменитого гусарского Ахтырского полка, город, в котором был и жил, и служил Денис Давыдов, знаменитый гусар, и город, рядом с которым закончилась Курская битва. Что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Игорь. В данный момент я проживаю в Украине. И как вы наверняка поняли уже из названия моего канала, я и моя семья приняли решение о причинах, подтолкнувших нас к такому решению. Собственно говоря, как докатились мы до жизни такой, расскажу в отдельном видео. Как вы смогли, наверное, уже понять по первым кадрам с моего канала, которые до сих пор еще находятся в закрытом для просмотра состоянии, причина, которая привела меня на канал Михаила, это, как и для многих, стало поиски вопросов об иммиграции, о заполнении анкеты Green Card. В принципе, здесь я был абсолютно не уникален. И вот я начал смотреть канал. Я начал смотреть канал Михаила, но я начал смотреть другие каналы. И первый вывод, который я сделал для себя, как бы ни относился я к стране, которая стала для меня не совсем комфортно, я должен что-то менять и в своей стране. Это дало толчок для того, чтобы я стал больше снимать, больше делиться своим мнением, и во многом этому способствовали отличные видео Михаила Портнова, где он излагал свою позицию в этой жизни, свое отношение к проблемам, отношение к путям, которыми эти проблемы можно решить. Ну, а второй толчок от Михаила не заставил себя ждать. Все случилось довольно прозаично. Толчок был чисто технический, спонсорский. Хотя я приложил для этого некоторые усилия. Я выиграл конкурс, который проводил Михаил на петицию. На лучшую петицию. И... Вот она. Камера GoPro. Огромное спасибо за подарок, Михаил. Какое. И та-да-да-дам. Прошу. Торжественному моменту. А вот и он. Так. Ну, теперь вам понятно, что за технический толчок дал мне Михаил. Да, я выиграл предыдущий конкурс Михаила. Конкурс, который был с внушительным денежным призом в размере, по-моему, $500. Который Михаил предлагал либо получить наличными, либо купить что-то в американских магазинах. Я попросил Михаила, и спасибо, что он согласился. Я на эти деньги приобрел камеру GoPro. Ноутбук, как вы видели, и это стало очередным толчком, очередным
этапом, который помог сделать Михаил. Я открыл еще один канал. Я стал больше освещать. Я охватил больше свою деятельность. Будет нечестно, если я буду подробно рассказывать, о чем этот канал. Я постараюсь написать сейчас прямо в этом видео его название. Если вы захотите, вы зайдете и посмотрите. Вы посмотрите, что такое канал моей личной нулевой толерантности. Эта нулевая толерантность в некотором смысле тоже частично заслуга Михаила. Это мое измененное мировоззрение. Я стал нетерпим к нарушениям в моем городе. Я их фиксирую, я требую на них ответы. Этот канал изменил отношение некоторых людей ко мне. В последнее время, если зайдете на канал, увидите там ссылки на видео, которые делает наше ахтырское телевидение, программы, в которых я принимаю участие. Вы увидите много видео с критикой властей городских, с критикой работы коммунальных служб. Кое-что развлекательное, много-много чего разного. Но основной темой остается моя нулевая толерантность к нарушениям в моем городе. Hello, people! Сегодня разместил свой предварительный материал, так сказать, анонс, шайтан анонс, про нелегальную добычу песка в городе Ахтырка. Первого депутата мы уже послушали. Не знаю, возникли разногласия. У нас говорят... Андрей сказал, что мы их сильно мучаем. Андрей, что вы можете сказать для нашего канала? Везу, кроме магнитика, что-то в сердце обязательно от этого города. Чало бегает, ловит вот это двухметровое создание, садит его на поводок. Ну, правда, не получается одеть намордник и говорит, да что ж, это все, ладно, исправим, блин. Вот так вот происходит реакция в последние дни на критику. Ну вот вкратце и рассказал. Рассказал вам о том, как канал «Голос Силиконовой долины» повлиял на меня лично, на мое отношение к окружающему миру, на мое творчество, на мои каналы, на то, что их теперь уже два. Вам судить, насколько сильно это влияние. Для меня в первую очередь это не конкурс, для меня это очередная возможность спасибо сказать Михаилу за то, что он делает. Для меня лично то, что он делает, действительно важно и действительно ценно. Хотя, в принципе, если я даже не рассчитываю на первое место, и оно, наверное, было бы несправедливым для меня, как для победителя предыдущего конкурса, то минимум на утешительный приз флаг знаменитый, расшитый, расписной, американский, я вполне рассчитываю. Тем более, что Михаил забыл мне положить этот флаг в мои предыдущие подарки. Поэтому еще раз всем привет, всем огромные пожелания добра, мира, всего самого лучшего всем зрителям канала «Голос Силиконовой долины». Пока!